А за моей спиной находится Cadillac Escalade. Абсолютно новый V8. Монстр на дороге. Которого только что ребята из ультравыхлоп прокачали, сделали ему управляемый выхлоп. Машина стоимостью более 20 миллионов рублей, и она действительно имеет грозный, мощный, агрессивный вид, и действительно она выделяется на дороге. Но до этого момента она выделялась только своим видом. Здесь специалистами из ультравыхлоп была изготовлена дополнительная магистраль на заслонке для того, чтобы теперь этот монстр обрел два режима звука. Один громкий и другой тихий. При этом он выделяется не только визуально, да, эта машина очень дорогая, очень красивая и очень мощная, но и теперь при желании владельца она будет выделяться в том числе и своим звуком. Да, он валит. И послушайте на звук, оцените, пожалуйста, как работает V8, потому что это не громкий звук, но очень приятный и радующий, в том числе, когда ты находишься за рулем такого автомобиля. Cadillac Escalade теперь официально прокачан в компании ультравыхлоп. Обязательно поставьте лайки и напишите в комментариях, как вам эта тачка.